Друзья, сидим, никого не трогаем, смотрим в камеру, и тут на тебе. Кикшеринг стартанул у нас в Питере, будьте аккуратны. Ни в коем случае не ведите себя подобным образом. Сейчас я вам покажу. Чудеса. Раз, два, по встречке, по барабану, на все. Это при том, что справа и слева отличные тротуары. Это жесть, просто жесть, друзья, никогда так не делайте. Вот почему на моноколеса необходимо ставить только людей, которые дружат с головой и знают правила дорожного движения. Нет, это просто жесть. Все, всем, кто смотрит, лайки, берегите себя и близких. Пока-пока.